На нашей выставке «Осторожно, яд» можно увидеть вот такого симпатичного маленького примата. Это малый лори или карликовый лори, маленький толстый лори, небольшой примат, до 20 сантиметров его рост составляет. У малого лори есть выделяющая яд железа. Она расположена около локтя. И это животное втирает яд в мех или держит во рту, что позволяет ему отпугивать паразитов, защищаться от хищников и очень-очень болезненно кусаться. Малый лори питается фруктами, насекомыми, очень любит яйца птиц, а также употребляет в пищу смолу деревьев.